Добрейшее утречко. Дорогие мои, сегодня сделаем треть, ну я покажу, ну и мы сделаем третью часть. Она повторит первые две, или полностью, или отчасти. И мы продолжим с темой дыхательной системы, дыхательных мышц. Вот пока собираемся, тем, кто вовремя подключился, информация. Дыхательная основная мышца, много раз уже и там и лекции проводил, это у нас диафрагма, диафрагмальная мышца, которая куполообразная, она сжимается, разжимается, сжимается, разжимается. Отсюда у нас появляется дыхание животом. Межреберные мышцы внутренние раздвигают грудную клетку и поднимают ее. Внешние, они грудная клетка на расслаблении падает, но если нам надо довыдохнуть, включаются еще и внешние мышцы. Среднегрудная мышца, грудная мышца, верхнее дыхание, шея, верхнее дыхание, зубчатые мышцы вдоль спины, сзади, спереди. Это при уже таком глубоком дыхании, там еще кое-что включается. Но основное нас будет интересовать и по жизни должно интересовать, это диафрагмальное дыхание. Наш насос, который массирует, благодаря которой массируется естественным образом вся вот эта зона внутренних органов, сердца, все, что выше и ниже, да? Вот. Ну что, начнем. Я тут, вот у меня вот полочка с книгами. Я все-таки решил продолжить с книгами и то, что из настольных. Джиду Кришнамурти. Кто не знает, запоминайте. Джиду Кришнамурти. Это то, что... Ну, у меня есть первая и последняя свобода. Вообще, у него, наверное, основной труд — «Свобода от известного». Тут просто по содержанию, если посмотреть, это кладезь таких фундаментальных знаний. Мудрец из Индии. Так, все показывать не буду. По медитации два названия. Будда-мозг и мозг Будды. Очень мне нравятся, они разные. И один написал Будда-мозг. Будда, мозг и нейрофизиология счастья написал монах тибетский. А это два нейрофизиолога, два ученых написали. Мозг Будды, нейрофизиология счастья, любви и мудрости. Это все к изучению. Ну, из такого чтива «Мирный воин», эзотерическое чтиво. «Хохот шамана». А «Аюрведа». «Аюрведа. Жизнь, долголетие, здоровье». Тоже можно запомнить автора. Роберт Свобода. Тоже такие фундаментальные знания именно по аюрведической науке. Если кто не знает, что это, то вот можно будет почитать. «Анатомия йоги». Не помню, как ко мне эта книжка попала, но здесь вот как работают мышцы, как у нас вот в различных асанах, как и что включается. Если вы это не чувствуете, значит, как-то асану надо поправлять. Да? Ну и есть еще Лиз Бурбо, 5 травм, которые мешают быть самим собой. Но из Лиз Бурбо я бы больше «Твое тело говорит» про психосоматику различных заболеваний. Ладно, наверное, все подключились, кто хотел. Небольшой обзор, как вот то, что попалось на глаза литературы. Поехали. Настраиваемся на себя, на свой внутренний мир, на свою внутреннюю погоду. И это неотъемлемая часть любого тренировочного процесса, связанного, ну, в частности, с йогой, ну, то есть с практиками осознанности, да? Почувствуйте, что происходит. Важно без ожиданий это делать. То есть вот сейчас я посижу и там вот это получу. Вот сейчас я
вот это сделаю, это получу. То есть как только появляется ожидание от чего-либо, чего-либо, неважно вообще, то мы уже в другой процесс заходим, то есть он не будет связан там конкретно с тем, что мы хотим получить. То есть ожидание и сам факт ожидания чего-либо, там какого-нибудь состояния или какого-нибудь профита там в деле каком-то, это уже не связано там с расслаблением, с радостью и с легкостью. Вот, пробуем учиться, не ожидая ничего, просто наблюдать. И мы будем сейчас распространять улыбку. Улыбнулись себе, миру. И ощущение улыбки помещаем. Ну, понятно, у нас лицо, да, улыбку Будда делает. То есть практику распространения внутренней улыбки еще называют улыбка Будды. Да? Как у Будды такая полуулыбочка. И мы ее помещаем в глаза. Глаза, шею, давайте в затылок, шея, плечи, локти, ладошки. Ладошки улыбаются. Кончики пальцев, все вот подушечки пальцев включили, улыбнулись. Теперь лопатки по позвоночнику. Вот мне нравится, каждый позвоночник, давайте межпозвонковыми дисками всеми сверху вниз так. Много-много-много маленьких улыбок. Две почки под ребрами. Нашли две почки. Улыбнулись почками. Хорошо. Дальше ягодицами улыбнулись. Понятным, да, образом? Половыми органами. Есть. Низ живота. Пупок. Область солнечного сплетения, ребрышками, грудью, право-лево, всеми ребрышками можно так пройтись, ключицами, область ключиц, горло. Тазобедренные суставы, колени, стопы. И каждый пальчик на ноге. Я надеюсь, получается вот такое состояние получить. Такое. Мы как бы прошли с телом, улыбнулись всем телом. И теперь все тело. Давайте прикроем глаза и состояние улыбки поймаем всем телом. И теперь четыре основных момента, когда мы делаем такую маленькую. Это у нас такая стоп-медитация. Вы можете вот эти 2-3 минутки делать. Просто я долго объясняю, а вы можете мысленно это делать за минуту, за две. Можете делать в течение дня. И 3-4 момента, которые мы обращаем внимание, это вес тела, опора. И это можно вспоминать, вспоминать. Это в буддийских медитациях называется памятование. Мы что-то вспоминаем. Вспоминать об этом, об опоре, например, во время выполнения асан, во время, когда мы куда-то идем, сидим там в кресле автомобиля, на унитазе, там все что угодно, на голове стоим. Опора. У нас всегда есть опора. Второй момент. Позвоночник. Вырастаем. Третий момент. Макушка. Макушка стремится прямо не затылок, не ухо, не лоб. Макушка. Понятно, да, почему макушка? Чтобы выстроить три центра. Центр головы, центр грудной клетки, центр таза. И за макушку представьте ниточку. И за ниточку кто-то
Подтягивает вверх. Хорошо. Вес тела, позвоночник, легкий вверх, голова вверх. И дыхание. Ладошка на живот. И хорошенько подышали животом. Хорошо. И четвертый момент – это дыхание. Вот для стоп-медитации быстро почувствовали низ, верх, позвоночник, дыхание. И такая остановочка произошла. Настройка на себя без ожиданий. Встаем без ожиданий чего-либо. Да, вода. Мы начинаем свой день со стакана воды, помним, да, с тепленькой водички, там, с туалета, с каких-то процедур. И в течение занятия по глоточку воды делать периодический глоток, ну или после занятия. Это хорошо, чтобы у нас ходила жидкость, кровь. Мы немножечко так разжижаем, помогаем нашей крови быть более жидкой. С рук начинаем. Руки и мозг. То есть у нас кисти и пальцы наиболее иннервированные зоны. Одни из наиболее иннервированных. То есть если почувствовать свое тело, то, как правило, это легче всего чувствуется руки, лицо, стопы и половые органы обычно. Вот самая такая иннервированная зона. Пальчики вытянули вверх-вниз. Хорошо. Покрутили. В ощущение уходим. Чувствуем, 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 чувствуем. Ага. Теперь сжали вот так вот. И сжатыми пальчиками покрутили. Хорошо. Руки в стороны. Теперь руки, большой палец внутрь. И начинаем пальчиками. Так, так не помещаюсь. Кулаками вверх, вниз. Вверх. Натягиваем кулак. Вверх, вниз. Натянули вверх, натянули вниз. Покрутили. Раз, два. Чувствуем, насколько приятно ощущения из запястья идут, да, из рук. В другую сторону. Хорошо. Натянули вверх. Делаем вдох. Выталкиваем тыльные части кулаков. Выдох. Указательный палец вверх. Вдох. Выдох. Второй палец вверх. Вдох. Выдох. Третий палец вверх. Вдох. Выдох. Четвертый палец вверх. Вдох. Выдох. Пятый палец вверх, вдох, толкаем, выдох, стряхнули, стряхнули, покрутили вперед, в одну сторону, в другую сторону, вправо-влево, в одну сторону, в другую сторону, стряхнули. То есть нам нужно максимально активировать, давайте по такую тряску. Теле создадим максимально за короткий срок, за короткое время нам нужно включить. Давайте вот так включимся. Включить все тело, позвоночник в работу. Разворачиваемся. Здесь у нас и ротация, мои плечики. Плечами работаем на расслаблении. Но важно, что таз задает движение из таза.
из таза движение. Круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Теперь перед собой два круга. Раз, два, три. И по круговой движению. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кисти расслаблены. Почувствуйте вот эти простые движения, как повлияли на позвоночник, на плечи, руки, как кровь начала вот прямо туда в кончики пальцев затекать. Дальше посложнее. Правой рукой в правую сторону. Круг перед собой нарисовали, уже делали. Круг сзади нарисовали. Перед собой. Пробуем сложные движения. Перед собой. Сзади. Можно визуализировать экран, стену здесь и стену сзади. И мы мелком рисуем круг спереди, сзади, спереди, сзади, спереди, сзади. Второй рукой также левая рука идет влево. Раз, сзади два, спереди, сзади, спереди, сзади, спереди, сзади, спереди, сзади, спереди, сзади. Хорошо. Одновременно две ручки пошли в стороны. Развернулись, опустились. Развернулись, опустились. Рисуем одновременно два круга спереди и сзади. Хорошенько скручивание происходит. То есть можно увеличить скорость, можно медленно. Руки падают, 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 падают. Надеюсь, что-то из этого получается. Теперь правой рукой в другую сторону крутим. Влево. Угу. И сзади. Влево. Поменяли направление. Вот можно попробовать на скорости. Это восьмерки, шаолиньские такие. Правой рукой, нет, левой рукой теперь вправо и сзади, полный круг, вправо, сзади, ага. Если одновременно не получается, делаем по очереди, хорошо. Теперь одновременно, раз, два. Поменяли направление. Принцип тот же. Хорошо. Остановились. Почувствовали изменения. Здесь у нас все пошло. Давайте шею. Шею. Восьмерки тоже. Пальцы в пол. Правое ухо вверх. Посмотрели вверх. Левое ухо вверх. Посмотрели вверх. И такими восьмеркообразными движениями. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Отмечаем состояние, как меняется в голове, в шейном отделе. Теперь в другую сторону. Пальцы в пол. Левое ухо вверх. Смотрим вниз. Правое ухо вверх, вниз. Накручиваем. Чувствуем, как это приятно. Если есть неприятные моменты в шее, мягенько проходим, 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 мягенько. Хорошо. Кошка лижет шерстку. Подбородком, затылком уходим назад, а потом подбородком ныряем вперед. Угу.
в другую сторону, подбородок вперед и протаскиваем затылок назад. Ага. Левое плечо. А как будто бы облизываем плечо. Кото. Кото вьяяма. Вьяяма кота. В другую сторону. Киваем, как швейная машинка, да? Вот. Хорошо. Правое плечо. В другую сторону. Хорошо. Теперь перешли на левую ножку и покачаем ногой с руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Второй ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Стряхнули ножки. Постучали по своим пяточкам. Пятками по ягодицам. Хорошо. Круговое движение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Другая сторона. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пальчики вверх, вниз. Сжимаем, разжимаем, сжимаем. На носочках, на пяточках, на носочках. Попробуйте так, чуть-чуть подпрыгнуть на носочках. Ага. Хорошо. На внешние стопы почувствовали вытяжение. Внутренние почувствовали вытяжение. Внешние, внутренние. Ну и ходим вот таким образом. Идем в конец коврика. Сжимаем стопу, разжимаем. Получаем движение вперед. Движение, тут два аспекта. Мы, скажем так, активируем структуры пальцев и стопы, голеностопа. И приятная пяточка и удар в пол создают вибрацию. Вибрация. Давайте. Во. Видно, да? И продолжаем стучать. Давайте сделаем вдох. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Остановились. И отследили свое состояние, почувствовали, покрутились вдоль своей оси. Покрутились, ввинчиваемся макушкой. Вспоминаем четыре аспекта. Опора, позвоночник. То есть в любой позе, в любом положении опора, позвоночник, макушка. И дыхание. Приседаем,
такой подприсед делаем. Хорошо. Поехали. Сейчас у нас будет более сложная немножечко задача. Мы делаем 4 варианта дыхания коротких серий с комплексом одного круга, с одним кругом Сурья Намаскар между каждым из них. То есть делаем первый круг, продышались, сделали Сурья Намаскар. Второй круг, продышались, сделали Сурья Намаскар. В очень-очень спокойном таком варианте. Поехали. Сейчас все будет понятно. Первое у нас дыхание. Капалабхати. Импульсное дыхание. Быстрый выдох. Произвольный вдох. Раз в секунду. Добавляем мощности. Забыл сказать, если у кого слизь идет, у кого такие выделения, ну, при таком дыхании, салфеточку готовьте, чтобы салфеточка была, чтобы это все тут не разлеталось. Следующее, пхастрика с руками. Делаем вдох. Задержка дыхания. Щеки надули. Руки прямые, плечи двигаем вверх-вниз. Поднимаем руки до вдох. Выдох со звуком Х. Смотрите, каждый раз, когда мы будем выдыхать со звуком Х, язык вниз, глаза вверх тянем. И Х не стесняемся произносить, надеюсь, никого не разбудите, у нас активируется вишудха, область горла. Это очень крутая вот эта вибрация, профилактика вот этих всех заболеваний, ну, у кого горло схватывает. Ножки вместе. Вдох на носочках. Уджайи дыхание, выдох, восстанавливаемся. Сразу в начало коврика встаем, вдох, потому что отсюда мы уджайи продолжаем дышать в асанах. Выдох, вдох. Кончик языка на верхнем небе, выдох. Все, и поехали, один круг, вдох. Потянулись. Прогиб. Выдох, наклон. Правой ногой отшагнули. Вдох. Колено вниз. Посмотрели вверх. Выдох. Собака головой вниз. Колени в пол. Вдох. Прогиб. Планка. Выдох. Планки. Вдох. Опустились на живот. Выдох. Ребрышки поставили, пальцами в пол упираемся, руки вдох подняли. Хорошо, ладошки под плечи, выдох. Собака головой вниз. Правая нога вперед, вдох. Прогнулись. Выдох. Наклон. С круглой спиной подняли, вдох. Сразу же опускаемся вниз, выдох. Левая нога назад, вдох. На вторую ногу делаем. Выдох. Планк. Собака головой вниз. Вдох. Кошка, маджирясана. Выдох. Планка, дандасана. Вдох. Выдох. Опускаемся на живот.
Ребрышки поставили, вдох, зафиксировали. Сильная спина, ягодицы. Выдох. Отжались. Собака головой вниз. Левой ногой вперед, вдох. Наклон, выдох. Руки через стороны вверх, вдох. И через стороны вниз, выдох. Хорошо. Капал абхати. Чуть побыстрее. Внимание вот сюда, в голову. Мощность. Хорошо. Плечики развернули. Свернули. Выдохнули. Зажали ноздри. Большими пальцами сделали вдох. Щеки надули. Подбородок опустили, приседаем. Да, вдох. Руки в колени. Тянули живот. Ножки вместе. Вдох. Выдох. На вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки через стороны, вдох. Наклон, выдох. Посмотрели вперед, вдох. Выдох, нижняя планка. Перекатились через пальчики ног. Вдох, собака головой вниз. Собака головой... Ой, вверх. Собака головой вниз. Выдох. Стоим, дышим, вдох. Выдох. После выдоха втягиваем живот. Смотрим вперед, вдох. Смотрим назад. Выдох. Втянули живот. Вдох, вперед. Выдох. Втянули живот. Вдох. Вперед посмотрели. Выдох. Втянули живот. Посмотрели вперед. Шагнули двумя ногами. Прогиб, вдох, выдох, наклон. Руки через стороны вверх. И через стороны вниз. Третий. Третий круг. Капалабхати. И чуть-чуть побыстрее.
хорошо. Ладошку на сантиметр от живота, пхастрика животом. Хорошо, сделали вдох. Надули щеки. Хлопаем лопатки. Да, вдох. Агнисарадхаути. Хорошо. Ножки вместе. Руки в стороны, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Через стороны руки вдох, потянулись в прогиб. Выдох, наклон. Посмотрели вперед, вдох. Планка внизу, выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой ногой вперед, шаг. Пятка в пол, задний вдох. Планка. Выдох. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Правой ногой вперед. Задняя пятка в пол, вдох. Выдох. Планка. Собака головой вверх. Собака головой вниз. Посмотрели вперед. Шагнули ножками, вдох. Выдох, вытянулись. Поднялись, вдох. Выдох. Вдох, выдох. Четвертый подход. Так, за временем смотрю. Ну, сколько успеем. Четвертый подход. Капалабхати быстренько. Давайте с руками. Как баскетбольный мяч. Хорошо. Пурнабхастрика, плечи, живот. Поднимаем, вдыхаем, вдох. Щеки надули. Одновременно руки вверх-вниз. Да, вдох, выдох. Тянули.
Ножки вместе. Вдох. На носочках поднялись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот мы 4 раза сделали. Сурья намаскар пока оставим. Дальше более сложные варианты. Ну давайте как вчера продолжим. Время чуть-чуть у нас есть. 5 втягиваний живота. 5 секунд, 10, 15, 10, 5. Или втягивание, или агнисарадхаути, или наули, у кого что есть. Можно просто втягивать, отрабатывать удьяны банху. Поехали. Вдох. Все время ха звук. Вдох. 10. Вдох. 15. 10. Вдох. 5. Вдох. 5. Отпускаем живот, ножки вместе, в прогиб уходим, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошо. Следующее сделаем приседание. Помним, да, выдох вот с таким движением. Ой, приседаем, вдох, вдох. Раз. Это вдох, 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 вдох. И выдох. Вдох. Хорошо. Ножки вместе. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь следующим этапом мы делаем вдох и поглаживаем грудную клетку. Делаем вдох, 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 вдох. Поглаживаем, 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 поглаживаем. Дошли до предела, остановились. И начинаем довдыхать. Представьте, что вы пьете воздух из трубочки, как коктейль. Как из трубочки. Поехали. Пробуем, это может быть сложно. Делаем вдох, поглаживаем. Когда пьем, похлопываем пальчиками, постукиваем пальчиками область бронхов,
под ключицами диафрагму. Хорошо? Поехали. Кладем вдох. Вдох. Остановились, расслабились. Начинаем пить воздух. Выдох. Тянули живот. Хорошо. На носочках вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И один цикл очистительного дыхания. Ступенчатый выдох. Поехали. Вдох. Ручки наверху. Выдох ступенчатый. Вдох. Вдох. Хорошо, поднимаем. Ой, вдыхаем, вдох. Щеки надуваем. Руки вперед крутим. Назад. Да, вдох. Мягкий вдох. Выдох. Дыхание уджайи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки в стороны, вдох. Выдох. В пирамидку встали, вдох. Раскрыли ладошки, выдох. Потянулись правой ладошкой, вдох. Опустились вниз, выдох. Натянули бок, вдох. Выдох. Левую потянули, вдох. Опустили вниз, выдох. Правую вверх, вдох. Выдох. Вытолкнулись вперед из бедер, вдох. Выдох. Пальчики поставили. Вытянулись вниз и вдох. Вниз и вперед. Выдох. Ножки шире, вдох. Выдох. Хорошо. Начало коврика. Вдох, наклон. И садимся, выдох.
Обычно после комплекса такого продышек практикуется именно пранаяма самаврити. Самаврити — полное йоговское дыхание. Вдох равен выдоху с максимальным удлинением. Давайте. Вдох медленно. Выдох медленно. Давайте вместе вдох. Раз, два, три, четыре. Выдох. Два, три, четыре. Рукой показываю вдох. Выдох. Дыхание уджайи. Теперь вдох. Не дышим. Выдох. Не дышим. Вдох. Не дышим. Выдох. Не дышим. Вдох. Не дышим. Выдох. Не дышим. Самостоятельно продолжаем несколько циклов. Добавляем секунду, две, три, пять, сколько угодно, сколько возможно. На максимум вытягиваем вот этот квадрат. Я нарисовал специально, да? Квадрат пранаямы. Вдох, задержка, выдох, задержка. Соответственно, внимание на дыхании, на задержках, на ощущениях. Без ожиданий уходим в максимальный свой показатель. Потом отпускаем. У кого есть время, желание, продолжаем подышать. Ну, там 6 минут достаточно. Вот, а я всех отпускаю. Полежать тоже самостоятельно. Полежать на полу хорошо всегда. Давайте до следующих встреч. Спасибо за занятия. Вот, еще раз на меня смотрит все это время. Смотрите, какой взгляд. Джиду Кришнамурти. Свобода от известного. Ну, это первая и последняя свобода. Свобода от известного просто, я считаю, любой, кто встал на какой-то путь задумывания вопросов, путь вопросов о себе, о жизни, Джиду Кришнамурти может что-то добавить в ответ, ну, то есть какие-то ответы привести. Какая-то из глав, если о взаимоотношениях, о войне, о страхе, о скуки и интересы, о неизвестности, о болтовне, о крике, о вере, о памяти и так далее. То есть у него прямо лекции. Вера, действие, идея, самопознание, личность, общество, что мы ищем, противоречие, что такое наше само, желание, простота, осознавание. Вот просто первое, что попавшееся. Мысль и мыслитель. Ну, в общем, рекомендую. Сейчас
С удовольствием одну главу прочитаю. Все, спасибо. Делитесь занятиями с друзьями.